Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 332 упражнение. Прочитаем задание. О каком полотне говорится в отрывке из стихотворения Васильева? Какое еще бывает полотно? Что общего в значениях этих слов? Составьте и запишите словосочетание или предложение со словом «полотно» в разных значениях. Прочитаем отрывок. Лучами красит солнышко стальное полотно. Без устали, смотрю, смотрю в окно. Ответим на вопросы. В стихотворении говорится о железнодорожном полотне. Может быть стальное полотно, а может быть ситцевое полотно. Также нам нужно разобрать предложение. Лучами красит солнышко стальное полотно. Это повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное предложение. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.